Всем доброго дня. Хочу показать свою грибную ферму. В кавычках. Привез отработанные блоки. Кинул в теплицу. И вот поливаю каждый день. Вот так вот поперли грибы. Такая вот красотень. Уже собрано ведер, наверное, 7-8 точно. Они все растут и растут. Привез для улучшения качества почвы, для разрыхления. Почва у нас суглинок, тяжелая. Для этого и привез. Тут вот так растет. Растут грибы, вишенки. Жалко это все, конечно, выкидывать сейчас, потрошить. Пока мы собираем грибы. Такая вот. Прям вот столько много их. Это раз в 3 дня, и вот я срезаю. Так вот. Хочу попробовать добавлять эти отработанные блоки в почву для улучшения ее структуры, в рассадную почву, которая вот будет. Посмотрим, что получится, конечно. Буду экспериментировать. Все, всем пока.